В связи с недавними событиями в Курдайском районе Жамбылской области президентом был незамедлительно произведен ряд кадровых перестановок. Допустившие беспорядки чиновники уволены, на ответственные посты назначены новые. Акимом Жамбылской области бывший заместитель премьер-министра страны Бердыбек Сапарбаев. Истоки главных черт в характере Бердыбека Сапарбаева – умение слышать и понимать. В его воспитании Бердыбек Машбекович, родом из небольшого аула, после окончания школы был рабочим совхоза, прошел армию. Выпускник Алматинского института народного хозяйства, 24 года, он уже работал в Министерстве финансов. Скромность и при этом высокий профессионализм, стремление каждое дело доводить до конца способствовали его карьерному росту. Он прошел путь от простого экономиста до высших должностей. Ему всегда доверяли самые сложные участки сферы финансов, таможенного контроля. Дважды занимал кресло министра труда и социальной защиты населения. С августа 2019 года работал в должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан. 10 февраля указом президента Бердыбек Сапарбаев назначен акимом Жамбылской области. Такая ставка, думается, нам сделана не случайно. Политического тяжеловеса с безупречной репутацией в народе уважают за скромность, простоту и человечность. Отметим, это в его карьере пятая область после Кызылординской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Актюбинской. В каждой области, где он был акимом, его ценят и уважают. Каждая провожала его со словами признательности. Елбасы всегда ставит в пример чиновникам принцип работы Бердыбека Сапарбаева. Не сидит в кабинете, все время напрямую общается с народом и потому знает его нужды. Сегодня первостепенная задача Бердыбека Машбековича – выполнение поручений главы государства по укреплению стабильности в Жамбылской области, дальнейшему продвижению региона.